باست از من چیکار کنم بعد بر اومده من بود جان که پسرم چه کاری ثواب کرد شدی مسعود این مکتب علم دانش مکانی که در آنجا جوانان و دختران از تکنولوژی معاصر معلومات میگیرند و با فکر من شخصانی که در مسعود تحصیل میکنند بیشتر امکانیتی روش دادن و سیقل دادن سوادنوکی خود هستند در برابر این میتوانند نه تنها در ازمونهای شهری و جمهوریوی اشتراک نمایند بلکه در برابر این استعداد خود رو نمایش دهند Масуд – это место, где наша молодежь знает, узнает и будет знать о будущем, потому что век новых технологий и школа, которая обучает этому, причем бесплатно, школа, которая объединяет таких ребят, девушек, школа, которая хочет, чтобы в Таджикистане были свои очень высококвалифицированные специалисты, это, конечно же, очень хорошая идея. Это спасибо всем, кто эту школу создавал и поддерживал. Мантасиси Чунияк Мактаб дар асрибустияк аджониби Масуд Мирзиёвичи бехтарин иқдом аст барои кӯдакони мо, барои навҷавонони кишвари мо. Ин таъсиси ҳамин гуна мактаб аст ва ман дар طول فعالیت کاریم باره با بچه های این مکتب هم صحبت شدم و اونها رو به اکسکورسیا به شرکت میگافون تاجیکستان دعوت کرده بودیم. من همراه اونها هم صحبت شدم و دیدم که واقعا هم بچه های دانشمند هستند، جوانانی با مهارت هستند و جوانانی هستند که در پای جستجوی دانش هستند. با در نظر داشتی آن که من امروز در این شاگردان دیدم تا امروز که نسبت به دیگر همسالان خود خیلی پیشرفته هستند، البته آینده روشنی دارند. دانش آموزان این مکتب نسبت به دیگران پیشتر و بیشتر از همه در مورد نوگانی های تکنولوژی، تلکامیکاسیون اینفارماسیونی و عموما جهان IT بیشتر آگاهی پیدا میکنند. наш центр является центром, где идет подготовка специалистов в области сетевых информационных технологий, в области администрирования серверов. И школа Масуд как раз таки является той платформой, когда, пройдя школу Масуд, молодые ребята приходят в наш центр уже подготовленные и дальше развивают свои навыки. Масуд – это образовательный центр информационно-коммуникационных технологий, где преподают по новейшим технологиям. Это то место, где находится вклад, это вклад знаний. Благодаря Масуду мой сын активно участвовал в разных мероприятиях, форумах, олимпиадах и занял достойные места. Я очень горжусь. Я очень благодарна организаторам Масуда и тем, кто вложил всю свою душу в это. Для нас школа Масуд – это как партнер по, как по подготовке кадров. На сегодняшний день мы ощущаем острую нехватку квалифицированных кадров. Нам всегда нужны люди, которые умеют работать с головой. Это умеющие писать программный код, умеющие разрабатывать базы данных, работать с большим объемом данных. Дар Масуд Маалимон бо шогирдон хело муносибати хуб доран. Онҳо дарсҳоро ба мо хело хуб мефаҳмонанд ва бошах. Мас дар ма дар маркази субҳи дониш ҷаҳонбинии ман хело васеъ гашт. Муаллимон бо шогирдон дар бисёр корҳо дастгирӣ мекунанд. Масуд лично для меня является возможностью дать образование и навыки, те, которые я лично сам получил в области информационных технологий, с удовольствием делюсь своим практическим и теоретическим опытом своим студентам и ученикам.